У меня, короче, есть идея. Но, наверное, мы неправильно начали знакомство с Авалоном, поэтому приглашаю его к себе на стрим. Как идея? Неплохо? Надо же коннекты нормальные нарубать. Я за знакомство, за дружбу, за общение, а не за того, чтобы ругаться и ссориться. Вот и все. Чат, передайте Авалону, я зову его на стрим как-нибудь. По связи, видео, может быть, не по видео. Она меня на стрим зовет? А на что на стрим? Конечно. Какой стрим? 3-5. Я могу. Что? Не, ну не сейчас же только. А кто-то не пикнул. Наташи нету, мы не знаем, где Наташа. А чего тут Лерон вообще? Наташа просто взяла и ливнула. Нету Наташи. В смысле, она есть в лобби? Мы поняли, что она никуда не пикнула. Мы поняли, что ее нету в Дискорде нигде. Да, она ливнула просто. Поэтому ей... Нам надо плюс один. Может, там что-то. Ну, зовем Luxury Girl. Нет, она просто ливнула. С концами? Да. Так она в игре. Может, она все-таки обиделась, подумала, что кто-то ее все-таки обзывал? Нет, она обиделась на шутку про Luxury Girl, походу. А что за шутка? То, что меня на стрим позвали. Боже, блядь. Ну, что за кринж? Ладно, начинаем заново, в принципе, тогда что? Нас нет, не знаю, она просто ливнула и все. Не, она же есть в игре, у нее с Дискордом проблемы. Нет! Нет? Да. Я видел, что она ливнула, бать. Что она мне стала на стрим к Luxury Girl, иди. Без меня не буду играть. Боже, блядь. Ты слышишь меня, Даша, или нет? Ты тут? Или ты где-то там в сети Marvel? Даша, меня Luxury Girl на стрим позвала, ты меня отпустишь?